Самое интересное это вот этот вопрос о том, что что если они привыкли делать все очень плохо, ну их старый интерфейс был ужасным, но они привыкли уже вот на автопилоте делают в нем, хоть он и ужасен. И если ты сейчас сделаешь прекрасный интерфейс, то какое-то время их будет бесить сам факт, что все не так. Тут нужно именно как бы продуктово придумать, как это сделать. То есть то ли а, ты какой-то не знаю, там, переучивание сотрудников делаешь частью самого этого процесса перехода. То есть ты предлагаешь новый продукт и, в, и к нему еще программу переобучения сотрудников. Ну, если это какой-то там профессиональный, какая-нибудь программа складского учета или там программа для касс в супермаркетах, да, нельзя просто взять и ее установить, как э, на компьютере ты какую-нибудь там программу устанавливаешь. То ли ты делаешь э, какую-то версию, которая работает по всем старым привычкам, а где-нибудь в уголке у тебя людям намекает какая-нибудь штука, что можно попробовать по-новому. То есть только самые любопытные пойдут. Там будет какая-нибудь штука, типа попробуйте новую, новую версию чего-нибудь. Ты жмешь. И тебе говорят, что в новой версии вот это делается не так, а так. И типа подключить, ты там жмешь, тебе подключают, и где-нибудь всегда есть кнопка вернуть, как было. Потом, когда у тебя ну, там 3% самых любопытных пользователей это попробовали, ты уже посмотрел, убедился, что на самом деле им там стало лучше, они довольны, ошибок меньше стало. Ты уже, например, ну, как-нибудь более интенсивно людей в эту новую версию конвертируешь. Или там всех новых пользователей сразу им открываешь новую версию. Потом в какой-то момент ты отключаешь возможность вернуться на старую. Ну, типа, если ты перешел на новую, то уже все. И так, ну, в зависимости от того, насколько у тебя большой продукт, насколько много пользователей, насколько они консервативны, вот этот процесс перехода у тебя может ну, там, затянуться на долгие месяцы, иногда и годы. А в каких-то случаях можно просто старую версию ну, оставить навсегда. Так, например, делает Basecamp. Если кто-то пользуется, у них вот, ну, это система управления всякими проектами, у них, когда выходит новая версия, они просто выпускают, называют, теперь у нас вышел Basecamp 2, теперь у нас вышел Basecamp 3. И если ты хочешь, тебе могут тебя как бы перетащить со старой версии на новую, но по умолчанию все остаются на старой версии. И это очень круто для организации, потому что какими бы там ни были новые фичи, у всех уже процессы отлажены на старых, все ссылочки привычные, все иконки в том же углу, где все привыкли тыкать, и всем вообще пофиг на новые фичи. Для них это просто рабочий инструмент. И, соответственно, просто по умолчанию они даже никого не трогают. А если где-то кто-то любопытный стал, ну окей, тогда мы ему, пожалуйста, его на новую версию перетащим. И все, они там годами, если не десятилетиями, уже поддерживают какой-то свой старый Basecamp, не добавляя в него вообще никаких новых фич, просто кто за него платит, продолжает им пользоваться. Может быть, и такая модель.